Отопительный сезон в Северной Осетии начался в штатном режиме, без сбоев. Об этом глава республики Вячеслав Битаров сообщил заместителю председателя правительства России Виталию Мутко. В селекторном совещании по подготовке к зимнему периоду приняли участие главы субъектов России. В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду республика потратила порядка 315 миллионов рублей. Это средства организации коммунального комплекса, управляющих компаний, товарищей собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и органов местного самоуправления. Деньги пошли на ремонт и техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В многоквартирных домах провели работы по текущему ремонту подъездов, кровельные работы, ремонт и замену оконных перелетов в подъездах. К отопительному сезону подготовили 243 котельные и более 2500 многоквартирных домов. Также заменили и отремонтировали почти 250 километров тепловых сетей, более 1,5 километров водопроводных, 1000 километров канализационных и 174 километра электрических сетей. Что касается получения теплоснабжающими организациями паспортов готовности к работе, то из 13 организаций их получили 8. Остальные паспорта будут готовы до 15 ноября.